Я единственный холостяк в нашем коллективе. У всех ребят давно уже жены, дети. У кого-то взрослые дети. Да? Ой, прости, Тимур, просто мне надо как-то тоже налаживать жизнь. Я тоже только налаживался. В общем, я в той же гостинице в 810 номере. Я зайду. Хороший Александр Пташенчук. Назову ее, вдруг она приехала. Ольга Картункова! Здравствуй, Марина Нуждаева. Это не Алла Пугачева, что вы так лопаете? Да заткнись ты. Ну тебе слово, Оль, это город Воронеж. Я сказала, здравствуй, Воронеж, дорогой, здравствуй, дорогие, здравствуйте, любимые. Я вот недавно только уехала, еще даже не остыла постель в гостинице. Не надо об этом напоминать и... Кстати, вот спрашиваю. А в каком они говорили сегодня? Нет, называй свой. 810-й? Потом мужики приходят, знаешь, как приятно... Я все слышу, по крайней мере, из 810-го этого. В натуре. В натуре, наверное, надеюсь. Мы так громко играем в карты, чтобы ты их слышать было, не надо. Карты, я вас умоляю. Хотя я не знаю, правда. Я с вами столько лет гастролирую, я вас в гримерке видела. Кто вообще может к вам приходить? Ну все, хорош. Это брехня. Втянул же он все. Там все в порядке. А ты вообще спалился сейчас. Я вообще в машине переодеваюсь. Друзья, если есть какие-то вопросы к нашим актерам, давайте сделаем так. Вы поднимете руку, я подойду, зададите вопрос. Зададите вопрос, ребята попробуют смешно. Такая импровизированная... И поедем. Разминка, да. Есть? Есть. Я подойду с микрофоном. Шоу «Однажды в России», дорогие друзья. А Ира сама приедет домой, все расскажет. Вы тоже не все пришли, знаете? Да. Ира нам сказала, мы говорим, мы едем в Воронеж, Ирина. Она говорит, я не поеду, я там родилась, что я там не видела. Езжайте. И уехала в Монако. Да. Есть вопросы? Нет и нет, мы не обижаемся, ничего страшного, просто концерт будет короче, вот и все. Да, вот девушка, говорите. Говорите, вы поднимаете руку, девушка, вот вы. Она выйти хотела. Там больше нет никого, только вы вдвоем. Он кого-то видит, пускай, не пугайте. Дайте микрофон, я подойду. На самом деле с ними что-то не так. Где здесь крутить можно? По социальной лестнице. Вытянули руку, да? Здравствуйте. Вам слово. Говори давай.